Итак, дорогие друзья, добрый всем день. Меня зовут Михаил Охремцев, мне 36 лет, я журналист. Долгое время занимался общественной деятельностью, долгое время занимался политической деятельностью. При этом зачастую был всегда на вторых ролях. Настало время выйти на роли первые и поговорить о том, что действительно важно. Дело в том, что за время своего занятия общественной деятельностью я занимался тем, что продвигал русский язык, защищал межэтнический мир в Молдове и обнаружил с удивлением, что моих усилий как общественного деятеля, как политического деятеля, который вот не высовывается и находится на вторых ролях, как обычного неравнодушного гражданина, их не хватает для того, чтобы изменить ситуацию в Республике Молдова коренным образом. Есть много вещей, есть много действий, которые нужно было сделать, но это было сделать невозможно. Именно так появилась идея создания политической партии, которая сейчас вылилась в создание политической партии нашей. Именно этот анонс, именно это заявление сегодня будет самым главным. Мы собрались с единомышленниками сегодня здесь для того, чтобы анонсировать создание политической новой силы, нового политформирования. К сожалению, за 30 лет, которые мы находимся... торгуют не просто мандатами и депутатами, но целыми фракциями. Мы видим, как люди, которые выступают за ликвидацию государства нашего молдавского, идут в молдавский парламент, а сейчас, более того, на грядущих выборах, президентских выборах, у нас есть кандидаты, которые выступают за ликвидацию этого государства, баллотируясь при этом на пост главы этого государства. Самое страшное, что из 8 кандидатов, которые идут сейчас на выборы, 5 кандидатов обладают двойным гражданством. 5 из 8. Так быть не должно. Более того, самое страшное, что большая часть из политических партий, которые представлены в Молдове, с этим согласны. Они не выражают возмущения, они не заявляют, что это не должно быть так. Чем занимаются политические партии в последние годы в Молдове? Обслуживают интересы олигархов, обслуживают интересы бизнесменов, обслуживают интересы собственных лидеров или свои личные интересы, которые продвигают на всех уровнях власти. При этом почему-то вспоминают о народе, вспоминают о нас с вами, об электорате, но вспоминают обычно за месяц, за полгода, в лучшем случае до выборов. После того, как выборы заканчиваются, снова все разбегается, все обещания, все заявления остаются на предвыборке до следующих выборов. Мы считаем, что эту ситуацию нужно коренным образом менять. Политическое поле Молдовы нужно оздоровить, омолодить и поменять в направлении, когда политики будут идти во власть не для того, чтобы поправить личное благосостояние и не для того, чтобы их не посадили, как происходит с некоторыми политиками сейчас. Политики должны идти во власть для того, чтобы решать наши с вами проблемы. А проблем у нас более чем достаточно. Именно для этого собирается политическая партия «Наши». Партидул политик молдовенеск Айноштри. Именно этим мы собираемся заниматься. Если вкратце, есть вещи, которые нам нужно сделать в первую очередь. Более того, мы ответственно заявляем, что эти вещи мы сделаем в первую очередь.
как только придем к власти, а мы обязательно придем к власти, вещи, события, явления. Первое, о чем нужно говорить. В Молдове на сегодняшний день отсутствует идеология. Государственная идеология. Идеология патриотизма, любви к своей родине, к своей стране. Вместо этого нам впихивают идеологию преклонения перед Западом. Идеологию преклонения перед грантами, кредитами, которые мы получаем постоянно. Идеологию перед триколором, преклонение перед триколором, причем румынским триколором. Вместо этого нам внушают, что наша задача – это вырастить в Молдове, собрать свои вещи и покинуть эту страну. Желательно навсегда. Здесь проводится политика выжженной земли. В этом благодатном краю, в этой замечательной стране, с добродушным, замечательным, трудолюбивым народом сейчас происходит страшный этнический геноцид. Причем этнический геноцид проводится в отношении целого ряда этносов, ряда национальностей, ряда всего нашего молдавского народа, многонационального народа. В первую очередь, если говорить о геноциде, следует говорить о молдавском народе. Это народ, который лишили своей истории. На сегодняшний день преподавание молдавской истории, истории Молдовы в учебных заведениях не проводится. Во-вторых, нас лишили символики. Нам навязали триколор, румынский триколор, румынский флаг. Хотя у нас есть свой флаг, есть наследие Штефана, есть красный флаг, который должен стать не просто историческим знаменем, он должен стать официальным знаменем Республики Молдова. У нас есть язык, это молдавский язык, тот самый язык, который Конституционный суд принял решение, что не существует, что существует румынский язык, но тем не менее у нас есть лимбо-молдавиняска, у нас есть русский язык. На нем говорит сейчас большая часть населения Республики Молдова. Так или иначе, его используют даже самые клятые унионисты. Но при этом у этого языка нет никаких статусов. В 2018 году его лишили этого. Мы считаем, что русский язык должен быть вторым государственным, без вариантов, без компромиссов. И мы сделаем так, что он будет вторым государственным. У нас постоянно происходит дискриминация по регионам. Нам постоянно страну пытаются разодрать и разорвать ее в клочья. Нам постоянно говорят о том, что на юге у нас живут гагаузы, гагаузов обвиняют в сепаратизме. Хотя это самые большие государственники Молдовы. Нам постоянно говорят о том, что Приднестровье, вроде бы, Приднестровье, молдавская земля, там наши граждане. Но при этом, как только начинаются выборы, вот сейчас мы видим, как приднестровцев пытаются оторвать от Молдовы. Им пытаются всячески запретить, не допустить на выборы. Они боятся. Унионисты, люди, которые ратуют за ликвидацию этого государства, они боятся допустить людей, которые выступают за процветание этого государства, к избирательным урнам. Они боятся допустить людей, которые могут решить судьбу этой страны к лучшему, изменить ее. Они боятся их допустить на выборы. Политическая партия «Наши» сделает все несколько иначе. Мы выведем из спячки многонациональный народ Молдовы. Мы выведем на выборы многонациональный народ Молдовы. Мы выведем приднестровцев на выборы Молдовы, на выборы парламента. Мы выведем гагаузов. Мы обеспечим максимальную явку и сделаем так, что наконец-то в стране появятся партии, политики, политические деятели, которые придут в парламент, которые будут решать, будут принимать решения, будут делать вещи в интересах всего многонационального народа нашей страны. А сейчас я хотел бы передать слово Дарье Федоровой, которая расскажет больше о тех проблемах, с которыми сталкиваемся постоянно мы с вами. Речь идет о чиновниках, речь идет о людях, которые вроде бы не избираются, постоянно назначаются и далеко не всегда являются компетентными и способными решить наши проблемы. Так быть не должно. Мы знаем, как это изменить. Дарья Федорова, вам слово. Добрый день.
Я бы хотела затронуть такую острую тему не только нашего времени, тема остра уже 30 лет, это коррупция. Коррупция – это понятие у нас у всех есть с самого рождения. Оно настолько плотно вошло в нашу жизнь, что мы себе уже представить не можем, как можно строить бизнес, как можно устроиться на хорошую работу. Спасибо. Отдать ребенка в детский сад без того, чтобы дать взятку. Эта практика просто на ежедневном уровне преследует нас. 30 лет политики любого уровня, неважно на какой предвыборной кампании, будь это местные выборы, президента страны, обещают искоренить коррупцию. За нее обещали огромные тюремные сроки, за нее обещали вплоть до смертной казни, создавались комиссии, которые должны были бы отслеживать, создавались центры по борьбе с экономическими преступлениями. И тем не менее, все равно каждый гражданин Молдовы на сегодняшний день знает, что для того, чтобы получить даже самую банальную справку, нужно положить 50-100 лей в карман ответственного человека. И в принципе можно считать удачей тот факт, если человек, который эту взятку получил, окажется хотя бы компетентен в своем вопросе. Потому что большинство чиновников у нас без профильных каких-либо образований. 30 лет бытует практика назначения на руководящие министерские и чиновнические должности людей просто по политическим взглядам и личным предпочтениям. В этом вопросе намного больше решают личные связи, чем качество назначаемого сотрудника. На сегодняшний день в Молдове 898 глав местных администраций и 11580 советников. Если посчитать, что на каждой из этих мест баллотировалось по 3-4 человека, то мы признаем тот факт, что в Молдове на сегодня есть около 50 тысяч очень грамотных профессионалов своего дела. А откуда они у нас берутся? Где у нас обучают качественно быть политиками хорошо? У нас либо нет соответствующих учебных заведений, либо те, что есть, попадают под оптимизацию, их закрывают. Мы этим летом могли наблюдать, как закрыли и Рим. И ничего хорошего в этом нет. Что мы получаем в отставке и почему у нас так получается? Скорее всего, дело в том, что для того, чтобы поступить на интересующий факультет, нужно дать хорошую взятку, опять взятку, продать корову. Либо тебе нужен хороший кум, даже который при наличии у тебя диплома, знаний, идей, поможет тебе устроиться на эту работу, потому что все места давно расписаны для своих, для тех, кому обещалось. И так далее. Последние десятилетия также мы можем хорошо наблюдать тот факт, как люди, политики, конкретные политические деятели используют города для, как личный плацдарм для дальнейшего старта. Они получают голоса избирателей в каждое вот максимальное количество, и вместо того, чтобы становиться слугами народа, становятся просто владельцами, просто даже не управленцами хорошими. И дальше строят свою чудесную политическую карьеру. Начисто забыв о городах, они идут на следующие ступени, на парламентские выборы, на президентские выборы, совершенно забыв о том, что город остается на управлении по Вайберу или Скайпу, и это в лучшем случае. В худшем случае жители города остаются со своими проблемами сами. Политическая партия «Наши» выступает за то, чтобы чиновников осталось как можно меньше, а те люди, которые остаются, были максимально грамотны, с профилями и знали, чем они занимаются. И они будут работать под нашим народным контролем. Вступайте в партию «Наши» Хайкуной. Дорогие друзья, я думаю, что сейчас очень многие усмехаются, улыбаются, говорят, ну вот опять появились молодые, ранние, которые обещают что-то, завязывают все на власти. Вот я, пользуясь тем, что пока выступала Дарья Сергеевна, подглядел в Фейсбуке за тем, как об этом написали. Дескать, ну, вы сперва придите во власть. Мы знаем, как прийти во власть. Мы знаем, каким образом прийти во власть. Кто бы что ни говорил, за эти 30 лет у нас постоянно разочаровывали народ, у нас постоянно его обманывали, у нас его постоянно предавали. Все это делалось для того, чтобы сократить количество явки на выборах, для того, чтобы люди, которые действительно выступают за что-то хорошее, на выборах не шли на эти самые выборы, оставались дома и ждали решения меньшинства, которое далеко не всегда дружественно к этой стране, далеко не всегда принимало правильные решения. Да что там, если посмотреть на весь путь нашей республики за 30 лет, выяснится, что правильные решения вообще очень редко принимались. А если посмотреть на результаты последних выборов, нескольких, когда в парламент проходили непонятные люди, непонятные партии, непонятные деятели,
то невольно начинаешь понимать, что эту традицию, когда меньшинство, активное меньшинство, диктует свою волю большинству, нужно менять. И мы знаем, как это сделать. Мы не зря говорим о том, что необходимо возродить национальное молдавское самосознание. Мы не зря говорим о том, что необходимо избавиться от триколора. Необходимо вернуть историю Молдовы и молдаван. Необходимо вернуть молдавский язык. Мы это делаем для того, чтобы вывести на участки избирательные граждан Молдовы, молдаван, те, которые чувствуют, что они молдаване, те, которые любят эту страну, те, которые хотят здесь жить. Мы не зря говорим о русском языке, втором государственном. Мы четко знаем, каков процент людей, говорящих на этом языке. Мы знаем, сколько людей, сколько граждан Молдовы находятся здесь и говорят, и используют этот язык, и сколько поддерживают эту инициативу. Просто им этого не предлагали, их обманывали, им говорили, что ну потерпите, подождите, еще чуть-чуть, еще немного. Они разочаровались, они остаются на выборах дома. Приднестровье, там 2 с лишним сотни тысяч наших сограждан, которых постоянно отрезали, отпинывали, откалывали. Мы знаем, как вывести приднестровских граждан на выборы. Поэтому я могу четко сказать, с уверенностью сказать, мы можем сказать, что наши заявления о приходе к власти, они вполне реальны. Хотелось бы передать слово жителю Бендер, человеку, который в принципе не понаслышке знаком с проблемами жителей Молдовы, граждан Молдовы, которые живут на том берегу Днестра. Вадим Баринов, вам слово. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые приднестровцы. Меня зовут Вадим Баринов, я уроженец города Бендеры. Мое заявление в первую очередь будет обращено к жителям Приднестровья. Партия «Наши» — это первая партия, которая по-настоящему станет голосом всех жителей Приднестровья. Через партию «Наши» приднестровцы впервые в истории, впервые в современной истории, получат возможность напрямую влиять на молдавскую политику, а также лоббировать свои интересы в молдавском парламенте. Жители Приднестровья должны быть представлены в главном законодательном органе Молдовы. И вместе с нами бороться за русский язык, за качественную и доступную медицину, за рабочие места с высокой заработной платой в Тирасполе, Бендерах, Дубасарах, Рыбнице и других городах и населенных пунктах Приднестровья. Что предлагает политическая партия «Наши» для жителей Приднестровья? Первое. Мы решим проблему с отсутствием рабочих мест в регионе. Для этого необходимо привлечь российско-молдавские инвестиции в Приднестровье. И мы знаем, что это реально. В регионе будут созданы высокооплачиваемые заработные платы. И жителям Приднестровья не придется больше уезжать в Россию, в Европу, в Украину и в другие страны, чтобы прокормить свои семьи. Будут созданы новые предприятия с высокой и стабильной заработной платой. Но для этого нам необходима политическая поддержка на обоих берегах Днестра. Второе. Медицина. Ситуация с пандемией коронавируса в мире показала, что качественные и бесплатные медицинские услуги жизненно необходимы для каждого человека. В Приднестровье наблюдается дефицит врачей. У тех врачей, которые там работают, низкие заработные платы. Мы знаем, как переломить эту проблему. Мы знаем, как улучшить медицину в Приднестровье. Мы организуем бесплатное обучение всех студентов-медиков, которые пожелают учиться в Российской Федерации. Партия «Наши» знает, как обеспечить врачей высокими заработными платами в Приднестровье. И самое главное, остановить их отток из региона
удержав их в Тирасполе и Бендерах. Третье. Документы. Пора положить конец унизительным очередям, чтобы оформить молдавские документы. В Бендерах и Тирасполе будут созданы современные многофункциональные паспортные центры, в которых можно будет оформить молдавский паспорт, удостоверение личности или свидетельство о браке в комфортных условиях, в условиях, соответствующих 21 веку. Отдельно поговорим об электоральном процессе. Каждый раз участие приднестровцев в выборах в Молдове сопровождается скандалами. По сути, интересы приднестровцев в молдавском парламенте никак не представлены. В то же самое время в молдавском парламенте находятся представители или единомышленники молдавских комбатантов и прорумынских унионистов, предшественники которых в 92 году воевали в Приднестровье, в городе Бендеры, и не только в Бендерах. Мне кажется, пора вернуть приднестровцев в молдавский парламент. Пора Молдове услышать мнение приднестровцев, голоса приднестровцев. И этим голосом станет голос партии «Наши» в молдавском парламенте. Итак, друзья, когда мы говорим о том, что наши голоса необходимо услышать, то мы говорим действительно о голосах, о языках, о людях, о представителях самых различных этносов, живущих в нашей благодатной Молдове. Так получилось, что за 30 лет в молдавский парламент попадали партии различного толка, самые разные, с различной идеологией, с различными убеждениями. Но на 2020 год мы пришли к тому, что в парламенте практически половина всех депутатов представляют партии, более половины даже, наверное, представляют политические партии прорумынские, не промолдавские, не проукраинские, не прорусские, не пророссийские, не про еще какие-то, прорумынские. Так быть не должно. Только народ должен быть хозяином в своей стране, а народ у нас многонационален. Народ у нас состоит из различных представителей, различных этносов и объединяет нас всех русский язык общения. В то же самое время нас постоянно задвигали, нас боялись. 30 лет нас боялись подпускать к власти, русскоязычных боялись подпускать к власти. В парламенте боялись говорить на русском языке. В парламенте и сейчас, когда раздается русская речь, со стороны прорумынских, унионирующих политиков слышится негодование, шиканье. Так быть не должно и так не будет. Мы научим парламент говорить на русском языке и не стесняться этого. Подробнее о русском языке я передаю слово общественному деятелю, ныне уже политическому, Анастасии Филипашко. Всех приветствую зрителей, которые подключились и которые нас смотрят уже давно. Итак, мы сразу же перейдем к моему тексту, скажем, выступлению. Одним из главных приоритетов партии «Наши» — это построение демократической, мультикультурной, многонациональной республики Молдовы в долгосрочном периоде. К сожалению, так на данном этапе сложилось, что межэтнический мир у нас рушится. И все это является действием, специальных действием некоторых наших политиков. Приведем примеры. Допустим, в 2014 году нынешний кандидат в президенты Майя Санду разработала кодекс об образовании, в котором просто исключила русский язык из обязательного изучения в наших образовательных учреждениях. Тем самым русский язык приравняли просто к иностранному языку. Был заблокирован закон о переводе инструкций на русский язык лекарствам. Таких примеров можно предоставить, конечно же, бесконечно. Допустим, в 92 году нынешний министр образования Игорь Шаров совместно с Игорем Ожегом, заранее извиняюсь, может быть, я неправильно произнесла фамилию, разработали первый учебник «История румын».
История румын до сих пор у нас изучается в университетах, в школах, хотя румыны являются одной из этнических групп, проживающих в Республике Молдова. Тогда у меня возникает вопрос, почему мы не изучаем историю украинцев, почему мы не изучаем историю азербайджанцев, армян и так далее, и так далее. Историю, каждое государство должно знать историю своей страны. Наша родная страна — это Молдова, а не Румыния. Также в 2018 году Конституционный суд внес в изменения в языковую политику нашей страны, просто взяв и признали устаревшим законы функционирования языков. А тем самым русский язык практически у нас в стране не имеет никакого статуса. Хотя на русском языке общаются 2/3 нашего населения. И именно вот это население подвергается постоянно нападкам, ущемлениям прав, насмешкам и так далее. Получается, что большему населению нашей страны, которое общается посредством русского и других языков, нет места в нашей стране. Это мы делаем такой вывод. Дальше я предлагаю поговорить об образовании и проблемах, связанных с русским языком. У нас закрываются русскоязычные школы. У нас закрываются и не открывают русские группы в университетах. Просто, допустим, я вам говорю пример. Если у нас в группу в университете не набирается от 5 человек, то группу просто не открывают, и молодому человеку приходится учиться, повторюсь, на румынском языке. Тем самым он не успевает по программе, он тормозит учебный процесс других одногруппников, ему не хватает времени ни на семью, ни на работу. Времени вообще практически нет. Во-вторых, в некоторых учреждениях преднамеренно не делают наборы в русские группы. Просто сужая выбор профессии, чтобы студенты, как я уже повторюсь, говорили и обучались только на румынском языке. Также я бы хотела сказать еще о примере недавно закрытого Института международных отношений в Молдове. Там было групп предостаточно, студентов было предостаточно, очень было интересно уроки, так как там были интерактивные, много депутатов там преподавали, бывших и нынешних и так далее. Но проблема в том, что именно в данном университете можно было спокойно изучать политологию, международные отношения, туризм именно на русском языке, что противоречит другим нашим университетам нашей страны. Тем самым мы делаем вывод, что образованное русскоязычное население также не нужно нашей стране. Далее у нас проблема о дискриминации, то, что у нас нет перевода законов и других государственных бумаг на русский язык. Простой русскоязычный человек, который видит первый раз новый закон, он его практически не сможет понять, о чем идет речь. Видимо, наше государство отказывается принимать на работу переводчиков, потому что это дополнительные затраты. Это затраты на зарплату, на содержание сотрудника, на кабинеты и так далее. Поэтому, следовательно, русским населением можно пожертвовать. Также хотелось бы напомнить, что русскоязычное население практически ни в одну инстанцию не может подать заявление, жалобу, иные бумаги на русском языке. В государственных инстанциях либо сразу же отказывают, либо просят обязательно, подчеркну, перевод на румынский язык. Такого быть, конечно же, не должно. Так как мы говорим о русском языке, хотелось бы немножко пару слов сказать про Россию, скорее всего. Так сложилось, что на историческом, культурном уровне Россия была, остается и будет нашим союзником, нашей Молдова, так как процветающая Молдова будет сильна только с Россией. Конечно же, мы не исключаем дружеских отношений с нашими соседями, это Украина, Румыния, а также с Европейским Союзом. Но повторюсь, что процветающая Молдова возможна только с сильной Россией. Также хотелось бы напомнить, чтобы никто не забывал, что Республика Молдова — это наш общий дом. Независимо от языка, независимо от нашей национальности, молдаване, украинцы, азербайджанцы, гагаузы и так далее, в первую очередь это граждане Республики Молдова, которые имеют право на защиту, на продвижение своего языка, на продвижение своей культуры, потому что нас называют меньшинство, но мы не меньшинство, ведь мы большинство. Поэтому мы считаем, что русский язык обязательно должен быть вторым государственным.
Также хотелось подчеркнуть, что пока мы все с вами будем молчать, будем подвергаться критике, будем делать так, чтобы нами манипулировали, давали нам чужие мнения, строили государство только под других чужих людей, мы будем каждый день поднимать одни и те же вопросы, которые нас тревожат, будем подвергаться критике, будем жаловаться, и мы будем учиться, говорить, работать, писать только на негосударственном румынском языке. Без развития нашего государства, без многоязычия и без культуры. Поэтому партия наша укрепит многонациональность государства, обеспечит свободное образование на русском языке, добавит русский язык в документооборот страны, привлечет к законотворческой деятельности представителей всех этносов и национальностей, проживающих в Республике Молдова, гарантирует право говорить свободно на родном языке и продвигать свои культурные ценности, придаст, конечно же, русскому языку второй статус государственного языка Республики Молдова. Наша партия — это твоя партия. Мы воплотим в жизнь то, конечно же, что боялись другие. Итак, друзья, я понимаю, что наверняка у очень многих возникнет целый ряд вопросов. Ну, первое, а чё вы такие дерзкие? А зачем вы идете во власть? А кто за вами стоит? И самое главное, а кто оплачивает все это? За чей счет банкет? Первое, дерзкие мы, потому что молодые. И, наверное, именно потому что делаем ставку на молодежь, мы можем с уверенностью сказать, что будущее будет за нами. Мы постараемся вытащить из каждого района, из каждой примарии, из каждой притуры, из каждого муниципия молодых ребят и девчат, людей талантливых, молодых, бойких, которым, может быть, просто не дают развиваться. Зажравшиеся, взорвавшиеся коррупционеры, которые годами сидят в своих креслах, меняя политические партии, ориентации, идеологии, все ради того, чтобы оставаться в своих креслах. В нашем случае наша задача вывести наших ребят, молодых ребят, активных ребят и привести их к власти не запачканными, не замаранными. И в первую очередь контроль за тем, чтобы именно такие ребята попадали в ряды наших, мы будем вести сами, в первую очередь. Во-вторых, когда мы говорим о том, что необходимо поднимать людей, необходимо их вести на выборы, необходимо им дать символ, надежду и дать возможность изменить что-то в своей стране, мы говорим о людях, которые находятся в своей стране, которые живут здесь. У нас существует абсолютно неправильная практика, когда зачастую судьбу Кишинева, муниципия Кишинев, решает не сами кишиневцы, решают пригороды. У нас существует позорная практика, когда, и существуют целые партии, которые делают на это ставку, на то, что на выборах примут участие люди, которые годами не живут в Молдове, которые находятся за рубежом, так называемая диаспора. А местные люди, люди, которые здесь живут, люди в Приднестровье, люди в Гагаузии, люди на севере страны, ну, по остаточному принципу. А лучше вообще не выходите, лучше обеспечьте минимальную явку для того, чтобы выборы состоялись, и все. В нашем случае все должно быть иначе. И мы будем говорить с молодежью, с людьми, которые хотят изменить эту страну, которые не хотят уезжать, мы дадим им шанс. Мы дадим шанс молодежи. И если переходить к молодежи, хотелось бы предоставить слово нашей активистке Аделине Костовец. Спасибо. Поговорим еще об одной больной теме нашей страны. Это отток молодежи и образование. По большому счету, стандартный путь молодежи – это родиться и жить в Молдове, окончить школу, получить образование в Румынии и уехать за границу на заработки. Ну и раз в 4 года проголосовать за ту или иную партию или политического лидера. Но что это меняет для Республики Молдовы? Ничего, политические партии не меняются, политические лица тоже не меняются, да и будущее молодежи тоже не меняется. Мы предоставлены сами себе. Места в правительстве куплены, кресла в парламенте заняты, а политические партии нас не слышат.
Ежегодно образовательные структуры, такие как школа, колледж и университеты, выпускают сотни специалистов. Но к ним не приходят предложения от правительства о проектах развития своей карьеры или хорошие рабочие места. У нас нет кадрового резерва. Без уважаемого куметру ты не можешь устроиться на хорошую работу с карьерным ростом, и ты вынужден работать не по специальности или уехать. Молодому специалисту очень трудно найти хорошую работу после окончания университета. Все требуют портфолио, опыт работы, отзывы, но также никто не хочет предоставить возможность им развиваться. Страна нуждается в нужных профессиях, чтобы выпускник шел на тот факультет, где у него талант и призвание, а не потому, что это модно, или все туда идут, или давайте я буду экономистом или юристом, как это модно. Поэтому у нас в стране такая юстиция и экономика. За все время Министерство образования устраивало какие-то консультации с молодежью, чтобы узнать их мнение, идеи, мысли? Нет, только способствовали оттоку наших специалистов и выпускников. Хочешь хорошее образование? Едь в Румынию. Хочешь хорошую зарплату? Едь в Англию или в другую, любую страну. А наши молдавские чиновники как бы ни при чем, вспоминая о нас только в преддверии выборов, потому что им нужны наши голоса. Разве такое будущее мы хотим? Нет. Мы хотим качественное образование, хорошую работу и достойную зарплату. И все это здесь, дома, в Молдове. Вроде простые вещи, согласны? Молодежь должна проявлять инициативу, иначе нас по-прежнему не услышат. Своим словом, голосом, действием мы можем и должны менять страну к лучшему. И речь идет о нашей жизни, о нашей самореализации, о нашем голосе. Мы считаем, что у молдавской молодежи есть потенциал, но, к сожалению, принято считать, что раз ты молод, тебе нет места в политике, ты не знаешь, как устроен мир, правительство, парламент или как сделать страну лучше. Но это не так. Мы дадим шанс толковой, успешной молодежи привести страну к лучшему. И на всех уровнях, от сельсовета до правительства. Все в наших руках. И сейчас я хочу обратиться ко всем, кто нас сейчас слушает, видит. Где бы вы ни были, где бы вы ни жили, где бы вы ни находились, нам нужны вы. Ваши идеи, ваши мысли, ваши предложения. Будьте с нами, стань нашим. Хай Куной. Когда появилась идея создать политическую партию, это я отвечаю на предыдущие свои вопросы, которые сам же и задал, кто стоит за нами, откуда деньги, каким образом это будет создаваться. Так вот, когда появилась идея создать политическую организацию, было несколько вариантов. Кто-то покупает другое название, другую партию, которая уже существует, переназывает ее и идет с ней. Кто-то берет и формируют ее за счет мертвых списков, за счет людей, которые, не зная совершенно, что они даже находятся в той или иной партии, просто подписали какую-то непонятную бумажку. В результате у нас появляются политические партии, в которых 3, 5, 7 человек. Или политические партии, за которыми никто не стоит, которых никто не выбирал, за которых никто не голосовал. Такие партии есть даже в молдавском парламенте сегодняшнем. Мы начинаем все с чистого листа. Мы демонстрируем, как можно создать по-настоящему народную партию с нуля, по закону, без приписок, без фальсификаций, без мертвых списков. Мы сейчас приступаем к сбору подписей. Нам необходимо 1000 членов партии для того, чтобы ее официально зарегистрировали. Более того, я уже знаю, и мои сторонники знают, и мои коллеги знают, откуда этих людей взять. Но мы считаем, что останавливаться на 1000 – это как-то мелко для молодой и очень самоуверенной партии. Поэтому мы постараемся собрать максимальное количество людей, которые разделяют наши убеждения. В ближайшее время, в ближайшую неделю-две, будут представлены как отдельные тезисы нашей программы, конкретные тезисы с описанием, объяснением, что, как, зачем, почему мы делаем.
так и люди, лица партии, которые будут продвигать ее в различных населенных пунктах, в различных городах нашей страны. Да что там, мы сами с удовольствием посетим города нашей страны, если там объявятся наши сторонники. А я уверен, что те, кто нас сейчас слышит, те, кто нас услышит еще, они с удовольствием решат пойти с нами, потому что изменения в этой стране возможны только совместными усилиями, только вместе. Друзья, в завершение, наверное, хотелось бы сказать, вот я набросал себе конспект небольшой, но чтобы вы не думали, что это дело все по бумажке делалось, там были некоторые тезисы, которые я хотел произнести, которые я хотел донести до окружающих. Когда мы уже сюда пришли, у меня появился еще один тезис, который, в принципе, нужно донести, нужно его обязательно растиражировать. Дело в том, что у нас политические формирования, которые растут как грибы, плодятся как грибы, регистрируются как грибы, они зачастую создаются с целью обслуги. Обслуги политиков, обслуги лидеров, обслуги руководителей, обслуги определенных послов других государств, которые потом через эти партии диктуют свою волю нашей республике. Мы хотим создать партию, которой никто не будет диктовать мнение ни из-за рубежа, ни из высокого кресла. Кресел высоких не будет. У всех будут одинаковые кресла, у всех одинаковые будут места. Места в парламенте, места в примариях, места в советах. Мы обеспечим этим всех, кто пойдет с нами и кто действительно себя проявит, кто действительно докажет, что он этого стоит, что он этого достоин. В завершении, наверное, сейчас растащат тролли различных политформирований на тему финансов. Щекотливая такая тема, которую так не любят затрагивать молдавские политики, молдавские политические партии. Друзья, сегодня люди, которые перед вами собрались, люди, которые работают над этой программой, работают над тем, чтобы это политформирование стало реальным, арендовали этот зал за свои деньги. У нас есть небольшой офис, который также арендуется за наши скромные, небольшие, но наши финансы. За нами не стоят никакие кошельки, которые заносятся к нам. Папочки, которые заносятся к нам. Все это делается нашими силами, совместными. И я уверен, что так будет и далее. Иначе зачем нам создавать еще один клон, еще одну очередную партидуцу, которая будет работать на еще одного большого богатого дядю. Мы создаем партию для нас. Вступайте к нам. Партия наша. Партидул политик Молдовинецк Айноштей. Хайкуной.